Этот памятник в селе Иркутское так сразу и не заметишь, да и пройти к нему не так уж и просто. Местные жители говорят, установили его в 70-е годы. Это, пожалуй, все, что известно из истории памятника. Сейчас в деревне живет меньше 100 человек. Многие приезжают сюда только летом. О том, что здесь стоит памятник, посвященный павшим в Великой Отечественной войне, в районе заговорили несколько лет назад. Заметили его случайно во время похода. Тогда туристов удивило то, что вместо обычного памятника с фамилиями участников войны здесь стоит целая композиция. Памятник настолько необычный, настолько необыкновенный, ну, конечно, сразу запомнился и детям, и взрослым. Сейчас Елена Николаевна вместе со своими учащимися собирает материал об истории памятника. Сложность в том, что из старожилов в селе Иркутское осталось всего несколько человек. Да и они не особо помнят, как появился памятник. Единственная зацепка – это воспоминания тогда еще маленьких жителей села. Когда памятник поставили, площадь вокруг была пустая. Однако со временем частные территории стали расширяться, и он оказался буквально в огороде. Ну, у меня муж учился еще, школа была. К этой школе, по-моему, памятник поставили. А потом, когда школу там построили, они хотели этот памятник туда перевести. А он с места никак его нельзя. Поговорить. Он рассыпется. Его только оставили здесь. Каждый год жители села Иркутское пытаются сохранить памятник. Подкрашивают его, убирают мусор и по возможности ремонтируют забор. В юбилейный год Победы планируется привести в порядок дорогу к нему. Ведь здесь это единственное место, где можно отдать дань памяти погибшим на войне. Савармамедова, Артем Струговец, новости.